Всем привет! Приехали очередные пакетики. И давайте мы их вскроем. Что у нас здесь находится, даже не без понятия. А, вольтаж-метр. Скорее всего, один тестер приехал. Очередной тестер, вот что-то наподобие этого, что у меня здесь висит. И еще... Так, это что у нас? Какой-то модуль. 93 цента. Скорее всего, модуль сопротивления. Да-да-да, для разрядки, ну, приборов. Сейчас будем вскрывать, смотреть. Это оценили в 2 доллара. Давайте первый вскроем. Вот этот вот, где у нас лежат тестер. А, здесь только один. Потому что я заказывал где-то у одного продавца сразу 3, по-моему, должно быть. Ух, здесь замотали его. Ого! Вот это замотали. Как кокон у бабочки. Интересно, как-то они заматывают. Сверху какая-то пленка обжатая. А внутри уже сам тестер. Да, вот он, тестер. А тоже довольно известный тестер. Популярный и дешевый USB тестер. Вот такой вот, ребят. Но он здесь будет уже показывать, не будет, как этот показывает. Сколько потребления, по-моему. Точно не скажу. Давайте сейчас замерим просто. Только на чем замерить? Так, этот у меня разряженный. Так, ампераж показывает по нулям. И нам надо, скорее всего, какой-то источник, да? И вольтаж. Значит, этот тестер может работать от 3,5 до 7 вольт. И показания снимает от 0 ампер до 3 ампер. Итак, у нас здесь показывает 5,3 вольта, да, по идее. И что там еще? Давай дальше, переключайся. Кнопок никаких нету у этого тестера. И ампераж по нулям. Ну, потому что мы сейчас надо еще дальше вставлять источник зарядки или еще чего-то. Ладно, с этим тестером мы пропустим видео. Потом, когда все приедут, как я и говорил, будем снимать все сразу там 4 или 5 тестеров. Все, ребят, если видео понравилось, ставим пальчики вверх, подписываемся на канал. А, что я подписываемся? Второй пакет еще. Так, этот у нас оценили 93 доллара. Давайте открывать. Да, ребят, как и знала, почему один. Так, и сопротивление, да? Вот сейчас мы его и подключим. Хотя подключать к разряженному пауэрбанку смысла нет. Так, даже запечатан. Ох, сопротивление. Здесь у нас 2 ампера можно переключать и в 1 ампер. 2,1 будет потреблять. Давайте проверим. Включаем, к примеру. Так, этот и сюда. Диод у нас загорелся. Ну, он слабенько загорелся, потому что пауэрбанк полностью разряжен. Да, и сейчас в 1 ампер идет разряд, показывает. Если вам будет понятно. 5 вольт. И потребляет сейчас. Так, 5. Ну, давай, переключайся. 96 миллиампер, да? 900. 960 миллиампер. А если переключить 2 ампера, то ничего не показывает. Как-то непонятно. Надо немного разбираться. Ага, надо сразу было так и так. Нет, пауэрбанк сдох полностью, да. Этот разряженный. А поблизости других у меня нету. Ну, в принципе, ребят, вот такое вот видео. Давайте сейчас, наверное, нагреваются, да, вот эти вот. Я не знаю, что это такое, как их назвать. Спецы по электронике могут написать в комментариях, что это такое, сопротивление или как оно там считается. Короче, два баллончика, диодик, что показывает, что работает, и переключатель для потребления в 1 ампер или в 2 ампера. Напряжение, да, или как оно там считается, не знаю этих деталей. Ну, в принципе, взял, чтобы разряжать было удобнее всякие вот пауэрбанки, без сети, без IMAX. Стоит вообще копейки, вот как и было оценено, кстати, в 93 цента, по-моему. Ну, вроде я заказывал 2 штуки. Почему одна штука приехала? Или одну я заказывал? Надо будет посмотреть. По-моему, да, скорее всего, одну, потому что от 2 штук я смысла не вижу. Так как это, здесь есть функция и разряд в 1 ампер, и в 2 ампера. Вторую я хотел взять только из-за того, что, чтобы в 2 USB разъема вставлять, чтобы можно было включить, например, одно сопротивление в 2 ампера, а второй вставлять USB в 1 ампер, чтобы общее напряжение было в 3, ну, общее потребление было в 3 ампера, чтобы быстрее можно было разряжать. Но, по-моему, я передумал брать второй, поэтому взял только один.
Ну, классная штука, в принципе, полезная, очень полезная, если занимаетесь вот аккумуляторами и так далее, чтобы их разряжать побыстрее. И вот этот тестер, он не особо многофункционален, как вот этот вот, да? Показывает только вольтаж и ампераж, да, потребляемый ампераж. Все, больше он вроде ничего не показывает. Вот так, ребят, все, теперь можно прощаться. Если видео понравилось, ставим пальчики вверх. Не забываем писать комментарии под видео. Также ссылки на эти вот приборчики, на этот и на этот, будут также под видео. Продавцы, видите, нормальные, упаковали вообще супер. Ну, ехали, конечно, без трека, единственный минус. Ну, с другой стороны, плюс, потому что стоимость была без доставки, такая, какая есть. 90 центов и, по-моему, $1.30 вроде этот тестер стоит. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем до скорых встреч, всем пока.